Новости спорта. И вновь в нашем городе проходят соревнования высокого уровня. Открытое первенство Славянского района среди юношей 2011 года и моложе привлекло баскетбольные команды со всего юга России. Более подробно об этом событии в нашем репортаже. Юные мастера оранжевого мяча из Армавира, Воронежа, Краснодара, Керчи, Белисского и Славянского районов, всего 6 команд, собрались в Славянском спорткомплексе «Триумф», чтобы принять участие в традиционном открытом первенстве муниципалитета по баскетболу среди юношей 2011 года рождения и моложе. На торжественном открытии соревнований участников сердечно приветствовал заместитель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, который пожелал ребятам новых спортивных успехов. Начальник управления физической культуры и спорта Славянского района Александр Прищепа принял участие в чествовании выпускников отделения баскетбола спортшколы «Триумф». Им вручили сертификаты об окончании школы и памятные подарки, а родителям спортсменов – благодарственные письма. Эти одаренные баскетболисты заслуживают самых добрых слов. Они многого добились. На их счету целый ряд спортивных побед. За последние 2 года мы дважды стали чемпионами края, участвовали в первенстве России, где заняли 3-е место, получили бронзовые награды. Также мы стали чемпионами всероссийского баскетбольного турнира «Локобаскет. Школьная лига». Это было буквально год назад. Эмоции, конечно, очень радостные, с одной стороны, потому что все вместе, все рядом, все, кто нам помогали, все, с кем мы постигали новые высоты в спорте. Но одновременно и грустные, ведь мы, так можно сказать, разлетаемся кто куда. Баскетбол – это любовь с первого взгляда, которая не отпускает уже, как я сказал, почти 10 лет. Я счастлив, что я занимаюсь баскетболом. Все участники соревнований были настроены по-боевому, понимая, что легких соперников не будет, и за победу нужно всерьез бороться. Играя в Славянске первый раз, у нас команда очень настроена на победу, мы очень дружны. Каждую связку мы сговариваем между собой, проговариваем, что и как нам нужно сделать. Желаем другим командам тоже успеха, побед и выйти в финал. Славянские баскетболисты с помощью опытных тренеров упорно готовились к этим соревнованиям, в которых им хотелось проявить себя с лучшей стороны. Баскетбол – лучшая игра, потому что она развивает и ум, и мышцы, и все. Соперники у нас серьезные, команда у нас сильная. Готовились мы очень давно и упорно, надеемся выиграть. Уже в первом матче с керченской командой славянцы, открыв счет, сразу же постарались показать, кто будет активнее. Славянские баскетболисты действовали очень уверенно, дружно оборонялись, хорошо атаковали, постоянно вели в счете, увеличивая разрыв с соперниками. Спортсмены из Керчи охотно приезжают в наш город. Славянск на Кубани им очень нравится тем, что здесь созданы все условия для серьезных состязаний. Организация на высшем уровне. Чувствуется любовь не только управленцев и тренеров, но и жителей города к баскетболу. Мы это ощутили и на проживании, и питании, и вот атмосфера супер. Мы всегда с радостью к вам приезжаем. Для юных баскетболистов эти соревнования предоставили отличную возможность проявить себя и получить положительные эмоции. Для тренеров команд оценить достигнутый на сегодня уровень и дать ребятам новые стимулы для развития. По итогам состязаний команда Славянского района завоевала серебряные награды, уступив 1-е место воронежским баскетболистам. На 3-м месте – краснодарская команда. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».